Из аварийного жилья в Октябрьском районе осталось расселить 40 человек. Об этом также говорили во время прямой линии Натальи Комаровой с жителями Октябрьского района. Речь идет о реализации окружной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Из почти 180 семей, подлежащих переселению, за минувшие 3 года жилищные условия улучшило 151. Это почти 400 человек. Сейчас в муниципалитете в стадии строительства находится 7000 квадратных метров жилья. Это 127 квартир. Кроме того, летом здесь приступят к строительству еще 4000 жилых квадратных метров.